Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. До 19 октября ложечка меда или сахара многое изменит. В сегодняшнем видео я вам расскажу, что вы можете сделать для себя. До 19 октября идет самый период растущей луны, когда вы можете значительно улучшить и изменить свою жизнь только к лучшему. Если в вашей жизни были трудности, проблемы, неприятности, либо вы пытаетесь решить самые сложные проблемы, то используйте эту технику для того, чтобы можно было максимально быстро изменить свою жизнь только к лучшему. Данная техника подходит для каждого абсолютно. Самое главное – вера в то, что вы делаете. И, конечно, нужно обязательно либо мед, либо сахар. Итак, что вы делаете каждый день до 19 октября? Если вы забыли, пропустили, ничего страшного. Вам достаточно просто во время завтрака съедать ложечку меда, либо ложку сахара. Можно добавлять в чай, можно добавлять в воду. Но когда вы размешали, либо когда вы съели, но перед тем, как есть мед, сахар, либо пить чай, вы должны сказать такие слова. «Вселенную я прошу подсластить мою судьбу. Как сладкий ручей моя судьба исправляется, благополучием жизнь наполняется. Я благодарю Вселенную за изобилие и процветание. Благодарю за жизнь сладкую, волшебную да гладкую. Да будет так». Вот эти слова говорите один раз, и этого будет достаточно. Все. А дальше вы просто выпиваете либо чай, либо съедаете ложку меда, либо сахара. Все. Таким образом, вы полностью измените, уберете всю негативную программу из своей жизни, уберете любые, быстро решите любые трудности, и Вселенная будет направлять вам бесконечный поток счастья и изобилия. Обязательно практику проводите до 19 октября, когда период растущей луны позволяет вам все исправить. Ну а для усиления практики в комментариях обязательно пишем: «Принимаю бесконечный поток изобилия».